Малые и средние предприятия смогут брать льготные кредиты на перестройку, развитие производства под 4,5% и 3% годовых соответственно. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает телеканал «Панорама ТВ», входящий в медиахолдинг «Тверской проспект». Взять такой займ можно будет на 10 лет. Срок действия льготной программы составит 3 года. В первую очередь речь идет о предприятиях в сфере переработки сельхозпродукции, доставки и гостиничного бизнеса. Полученные средства можно будет тратить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. Правительство ожидает, что до конца года объем выданных кредитов достигнет 50 миллиардов рублей. Федеральные власти рассчитывают, что такие займы помогут перестройке производственных процессов и развитию импортозамещения.